Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать в Destiny 2. Перед вами рубрика на этой неделе. Это еженедельная новостная лента от разработчиков. В общем, тут прям ничего нового нет, но есть интересных пара вещей. Что касается даты выхода всяких активностей, вы можете найти в группе ВКонтакте, не забудьте подписаться. Но что касается рейда, у нас рейд выходит, обратите внимание, 7 декабря в 20:00. Да? То есть вы уже можете пойти в рейд. А вот теперь одна из самых интересных вещей. Значит, после обновления 2.1.1, вы тоже, кстати, можете это найти в группе ВКонтакте, там описание обновления, это выходит тоже 4 декабря, смотрите. Все игроки Destiny 2, отвергнуты, могут достичь уровня 650 силы. Вы поняли, да? То есть у нас идет обновление силы с выходом дополнения, и теперь вам не требуется годового абонемента. То есть в дальнейшем, если у вас будут тупо отвергнутые без годового абонемента, вы можете все равно достичь 750 силы. Видите? Для этого не требуется годовой абонемент. В идеале, конечно, я бы со стороны разработчиков добавил для всех игроков. Но ладно, уж так. Далее. Смотрите, нижний порог уровня силы останется по-прежнему 500. То есть я надеюсь, эта тенденция сохранится. И, допустим, летом новички, которые будут получать достаточно быстро 500 силу с отвергнутыми, то они уже будут медленнее догонять тех, кто у нас там ветераны игры. То есть, допустим, тот, кто докачивает 750-ю, те, кто пришел в июне, они 100% за июнь не успеют догнать того, кто имеет 750-ю. Да, будет небольшой бонус в плане высших энграмм. Те, кто имеет 550-й ниже этого порога, вы будете получать больше высших энграмм. Напомню, это идет высшая сонастроенность. Это вечером дается бонус. Вот, дополнительные выпадения высших энграмм, которые прокачивают ваш уровень силы. Так что ветераны постепенно будут отрываться от новичков. Это правильно. Обладатели Destiny 2 отвергнутые будут получать мощные энграммы из тех же источников, а обладатели годового абонемента из новых еще дополнительно источников. Но опять же, это быстрая прокачка, зачем они это делают, я, честно говоря, не понимаю. Ну и самое интересное, самое ожидаемое, это подарок ветерана охоты. Это те, кто купил отвергнутые до 16 октября. Что он будет включать? Крутую очень эмблему, мне она очень нравится. Уникальный шейдер, по примеру, мертвой орбиты, обратите внимание. Две эмоции и расходный материал. Не знаю, какое количество, я бы хотел по 25 каждого. Потому что тут есть, смотрите, высшая материя, а это у нас улучшенные ядра. Так вот, вот такие эмоции вы получите. Монетка и трюк с ножом. Прикольные, но мне больше монетка нравится на самом деле. Так вот, те, кто не покупал отвергнутых до 16 октября, вы это не получите. И никак. Это просто уникальная награда для тех, кто вот до 16 октября это приобрел. Но смотрите, тут есть небольшая проблема. То есть в патче 2.1.3 нам это выдадут. То есть 18 декабря изначально планировалось на 4 декабря. А они, в общем, у них технические причины какие-то там. Вот они это объясняют. Мы обнаружили неполадки, бла-бла-бла-бла. Поэтому подарок они выдадут только 18-го. Но это уже круто. Осталось ждать совсем чуть-чуть. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Палец вверх ускорит выход роликов на моем канале. Подписывайтесь на группу, на канал. Всех благ, друзья.